Всем приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в вампиров, там маскарад, лебединая песня. Так что не забудь поставить свой царский колокольчик, подписочку на канал, на паблик ВКонтакте и на сервис Дискорде. Ссылочки в описании. Надевай наушники и поехали! А я хочу вот это. Let me know if I can... А почему я не могу? Мне же сказали брать любого, Follow так. Me. Yes, ma'am. Да, ma'am. О, ля-ля. Не, я девушку не хочу. О. Ты, ты ко мне? Где мой сосуд? Безопасная зона. Охота жертвам. Распознать жертву легко, для этого достаточно к ней просто приблизиться. Чтобы выпить кровь, вам необходимо найти безопасную зону, куда можно заманить жертву. По возможности отдавайте предпочтение одиноким жертвам. Когда вы заманиваете в безопасную зону жертву при свидетелях, показатель подозрения повышается. А найди место подальше от посторонних глаз, выбери жертву. Так, я в безопасной зоне. Раз. Я хочу выбрать жертву. We can't wait around like this forever. Он мне не... Вот, давайте его. Это значок, что сейчас здесь есть свидетели. То есть мне нельзя это делать. Там открыто. Можно? Подглянуть. А что там происходит? Что это такое? Так, ладно. Что? Куда? А куда? А куда ты? А можно я от тебя тут чуть-чуть? Давай поговорим. Пойдем. Это будет быстро. Окей. Окей. Договорились. Так, так, так. Так, поцелуй. Вампиры используют свои силы, чтобы очаровывать или подавлять своих жертв и утолять голод. Вы можете решить, сколько крови выпить у жертвы. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы увеличить количество употребляемого голода. А если вы не нажмете кнопку или не отпустите ее до того, как заполнится эта полоса, жертва погибнет от потери крови. Подозрение. Убийство жертвы повышает показатель подозрения. Смертные будут настороже, а вампиры могут потребовать от вас соблюдать маскарад и действовать аккуратнее. Так, я ничего не поняла. Так. Так. Вот это заполнение крови. Ладно, попробуем. Ну, я выбрала среднее значение. Кажется, ему не очень хорошо после этого. Так, резонанс. Некоторые жертвы обладают особым эмоциональным зарядом. Выпив такую кровь, персонаж получит определенный резонанс. В конце сцены резонанс принесет дополнительный опыт в соответствующей дисциплине. А если во время сцены персонаж получает больше одного резонанса, учитывается только последний. Если ваша жертва выжила, вы можете выпить ее кровь второй раз. Однако в этом случае она умрет, а уровень подозрения вырастет. Все, отличненько. Ну, я тебя оставлю, ты лежи, отдыхай, наполняйся кровью, силами, и что-то у нас крови стало меньше. Сам-то здесь. Ну же, Джей, где ты прячешься? Так, мне знаком этот голос. Так, доставьте Джорни к принцу. Найдите Джорни.
at clandestine parties, вот safe она, from где. Their batons. Victoria! Виктория? Эй, мамрозочка моя! Сколько лет, сколько зим! А если сочтёшь, а ты всё так же блистаешь? Я училась у лучших. Какая же ты прелесть! Ну как ты, мы встретились при довольно удручающих обстоятельствах. Мне кажется, она не очень хорошая, я прям чувствую. What about you? А ты как? Не самое удачное время для визита. Oh, ох, не говори. А ведь я очень радовалась возвращению в Бостон спустя столько лет. Путешествие прошло замечательно. Эй, но ведь ночь так молода. Может, все не так плохо? Ты права. Все так напряжены, что напряжение потихоньку передается мне. Я слышала, что твой бизнес идет в гору. Все только и говорят о твоих клубах. Гордись своими успехами, дорогая. Твое имя у всех на устах. Гордись. Да. Спасибо. Приятно это слышать. Особенно от тебя. Я очень рада снова с тобой увидеться. Хотелось бы мне выкратить больше времени на это. Тебе что-то мешает? Можно и так сказать. Одна из моих знакомых сейчас не в ладах с мисс Иверсон. Ей надо помочь. Тогда вот тебе мой совет. Не трать время на помощь другим. Пусть остальные сами решают свои проблемы. Их ошибки тебя не касаются. Тогда зачем мне сейчас тратить время на общение с ней, если нам на нее, наверное, все равно. Так мы раскроем имя, но она права. В смысле, она права. Мне кажется, ну не особо-то она права. Я доверяю Джорни, не могу ее подвести. Джорни твой принц? Нет. Тогда она ничего из тебя не представляет. Для тебя должна быть важна лишь знать. Остальные так, для мебели. Спасибо за совет, Виктория. Благодаря тебе я увидела все в новом свете. Но, естественно, ты всегда можешь обратиться ко мне, дорогая. Надеюсь, как и я к тебе. Конечно. Чудненько. Рада, что наша дружба все так же крепка, несмотря на время и расстояние. Сомневаюсь. Так, зачем ты приехала? Последний раз я слышала, что Виктория Эш вернулась в Атланту. Сама знаешь, долго оставаться на одном месте не по мне. Отвечая на твой вопрос, я здесь по делам. Дай угадаю, это связано с соглашением? Угадала. Я сегодня хотела встретиться с одним из помощников, чернокнижником, которого я отправила в Хартфорд. К сожалению, он так и не появился. Может, придет. Ночь еще не закончилась. Эх, да, это бодрящая наивность. Увидим. Ё-моё, сколько всего. Во-первых, она мне не очень нравится, вряд ли у них дружба, которую она сказала, это Виктория. Так, и она заинтересована в соглашении с Хартфордом, ничего не знаю. О, мы можем это, кстати, повысить. Отлично. Но мы потратим 6 чего-то там, дисциплин или что это. В принципе, успех вот так вот. На троечку повысим, будет нормально. Ладно, так, она знает, что происходит. Я слышала о ее свадьбе, она знает Хейзела, что он думает о дворе уйти. А давайте-ка. Отлично. What did you hope your что должна была делать твой эмиссар? Оставить Иверсен с носом? Oh, please. О, Эм, я тебя умоляю. Мной движет чистое любопытство. Дипломаты редко посылают без важной на то причины. Если ты кого-то послал, значит что-то привлекло твой интерес. Что ж, виновата по всем пунктам. Проект принца и правда кажется мне весьма интересным. Я бы хотела перенести его в Атланту. Я связалась с чернокнижниками, чтобы побольше обо всем узнать. Если честно, я удивлена, что Денеб согласился на сотрудничество с другими сородичами. Денеб? Регент Хартфорда. Я так поняла, что Хейзел вела переговоры именно с ним.
Они так сильно опасаются посторонних? Чернокнижники в принципе подозрительно относятся к другим семьям, но Осборн — это особый случай. Он эксцентричный и параноик, и к тому же очень умный. Такого не обведешь вокруг пальца. Кажется, ты хорошо его знаешь. Достаточно хорошо, чтобы ему не доверять. Персонаж. Я хочу другого персонажа посмотреть. Бостон, мир тьмы. Ох, ё-моё. Фракции. А чё здесь столько всего? Ох, ё-моё, что происходит? Я куда нажала? Так, по мере роста подозрений, ты поняла. Ладно, я выйду отсюда. Она знает, что происходит. Я слышала ее свадьбе, она знает Хейзела. Думаю, ты тоже получила сигнал тревоги. Yes. Да, я как раз был с твоим принцем, когда все получили это сообщение. Как считаешь, из-за чего это подняли тревогу? Увы, понятия не имею. Иверсен не пожелала меня видеть. Она умеет контролировать информацию. Не уверена, что она сама это знает. Ей потребуются ответы. Сомневаюсь, что ее подданные будут долго ждать. Ты знала Бостон, когда он был городом клана Малым? А как тебе нынешний клан? Иверсен смогла переделать его под себя. Вряд ли это было легко, учитывая, что Квентин держал город востро. Когда к власти пришла Хейзел, Бостон был готов что-то там. Да хватит быстро! Она знает, чего хочет. Я это уважаю. Нашей семье нужны такие лидеры. Она будет приятно разнообразить череду правителей с ветром в голове. Так все, утих. Извини, но мне уже пора. Понимаю, долг зовет. Прежде чем уйдешь, я хочу кое-что тебя попросить. Чуть раньше я упомянул своего эмиссара. Если что-нибудь о нем знаешь, расскажи мне, когда вернешься, ладно? Я думал, нужно сосредоточиться только на повелении принца. Или ты изменила свое мнение? Не используй мои же слова против меня. Я понимаю, что многого прошу, но я всегда была тебе верной подругой, и ко мне многие прислушиваются. Если поможешь мне, с меня причитается. Хорошо, я дам тебе знать, если что-то узнаю. Спасибо, Эмми. Надеюсь, мы скоро увидимся, дорогая. Если тебе что-нибудь понадобится, я буду здесь. Кровопролитие делать. Спасибо, Виктория. Еще увидимся. Вот это она и сучка. Как другим помочь, это не твое дело. Смотри только на своего принца. А как ей помочь, так все сразу. Мне помоги, что ты мои слова против меня ставишь и тому подобное. Так. Найдите Джорни. Ну и дерьмовая выдалась ночка, думаешь? Кот красный будет действовать еще? Надеюсь, что нет. Чем быстрее я тут свалю, тем лучше. Что? Эмм Луис, роза клуба Black Red Rails, боится кучки политиков? Боже, нет. Вот и славно, дай знать, если еще что-нибудь понадобится. Мне надо найти Джейн. Ты знаешь, что она уже поговорила с Эйпел? Хороший вопрос, я ее видела, но не в обществе мисс Босли. Она зашла в нишу справа от тебя, но времени прошло уже прилично. Спасибо. Знаешь, может, тебе стоит видеться с ней пореже? Мне приходится разное не слышать. Знаю, это все ложь, она ни в чем не виновата, ясно? Да, прости. Что-нибудь еще? Я слышала, что у принца есть собственная группа наблюдений. Да, в пещере. Мистер Лет и его команда пропадают там ночь напролет. Она прямо под нами. Только не вздумай туда спускаться. В пещеру входят только крысы. Спасибо за сосуд. Всегда пожалуйста. Заходи в любое время. Так.
Возможно, мы зря защищаем эту Джорни. Она какие-то плохие делишки вытворяет. Знакомый аромат. Джей. Ясновидение. А ну-ка. Так, ясновидение усиливает каждое из ваших 5 чувств. Это состояние дает доступ к новым взаимодействиям, обнаружению запахов, послушиванию разговоров издалека, раскрытию прошлого предметов, а также позволяет испытывать видение. Кроме того, вы сможете находить предметы, которые скрыты при помощи сверхъестественных сил. Где же ты, Джей? Отсюда мне не пройти, так что я думаю сюда. А, неплохое ясновидение. Блин. Кстати, видела в комментариях, кто-то писал про ее эти татуировки, типа заболевания кожи. Но я думаю, что это у нее от клана ее типа метки. И как она сказала, что это что-то похоже на силу. То есть, чем больше этого, тем она сильнее. Ну, вот только что про разговор. Эндервуд и Фэн. У Базори, наверное, уши горят. О, не смотри на меня. Девочка, привет. Ты чего там? Что такое? Что там происходит? Хочу послушать. Кельт и Лазарь. Те еще сплетники. Быть того не может, клянусь. Она просто стояла там, держа меня за полного идиота. И делала вид, что случайно забрела в архив. А ты что сказал? Я прикинулся дурачком. Сказал, как скажете, мисс Эйбел Дурми. И ушел. Что она взяла? Страницу из досье в каком-то давно прошедшем вечере. Она ее вырвала. Но зачем она ей, особенно сейчас? Сам не пойму. Кто такая вон та фигня? Ничего не поняла. Так. Заглянуть внутрь. Контрольный список. Надеюсь, ты ничего не забыла. Так, бронирование, подготовка, рассылка, заказ лимузинов, есть охрана, питание. Питание для сосудов и прислуги уточнить у Эбби. И охрана, ок, нужны еще двое. Ну. Что у нас тут? Электроника. У меня не хватает навыка электроники, походу. Поддержка порядка. Полученное сообщение попросила лакеев явиться до заката, так будет безопаснее. Я все еще жду файл. Яра, Дрори и Эбигейл Нурми. Ее последнее сообщение адресовано Эбигейл. Мне нужно, чтобы ты нашла файлы в вечере в честь солнцестояния 98 года. Обрати особое внимание на третью страницу. Досье. Интересно, где она? Я не прочь его почитать. Найдите документ. Затекло... Да, Джей всегда хорошо ладил с своим сиром. Везучая сучка. Так, теперь мне нужно будет найти досье. Получается. Так, что это? А что я взяла? Визитка клуба. Расходуемый предмет. Я нашла. Расходуемые предметы можно использовать один раз. Они дают определенный бонус. Чаще всего расходуемые предметы восполняют волю или голод. Так, снаряжение. У любого предмета снаряжение есть как достоинства, так и недостатки. Они действуют на персонажа только если снаряжение надето. Вы не можете надевать или снимать снаряжение во время диалога. Документы. Если вы нашли предмет, содержащий информацию, телефон, документы и так далее, вы можете ознакомиться с этой информацией, выбрав этот предмет. Эффекты. Восстанавливаю 2 очка воли. Ага, я могу его использовать и восстановить очки воли. Так, хорошо, будем знать пока. Если что, воспользуемся. А ну-ка, список гостей, вечер воссоединения. Бостонский двор, часовня, ля-ля-ля-ля-ля. Это нам не очень-то интересно, на самом-то деле.
Алый салон. Это еще что на неприметное и удобное местечко, куда все обеспеченные сородичи Бостона приходят отведать смертных, мастерски приготовленных доктором Ричардом Данемом. Так, принц и вампир, завладевший определенной территорией, как правило, городом и защищающий территорию от притязаний других вампиров. Теперь понятно хотя бы. Примогены. Представители крупнейших фракций комарилий на данной территории. Это могут быть старейшины кланов или обладатели самых крупных охотничьих угодий. Они общаются с принцем напрямую, а ему следует прислушиваться к их мнению. Многие правители были свергнуты собственным советом. Так, давайте барон. Предводитель анархов, управляющий доменом. Движение анархов, это соответствует титулу принца. Так, мир тьмы. Ё-моё. Зверь. У каждого вампира есть зверь, сила, заставляющая его повиноваться неизменным инстинктам, тяга к насилию и извращениям, которые же частно грозит превратить вампира в хищное чудовище, полностью лишенное разума. Это представляет серьезную угрозу для маскарада. Всякий, кто выпьет свежей крови вампира, призывается к донору этой крови. Примерно после третьего употребления образуются узы, и смертный превращается в присутствии донора безвольного слугу. Связанного узами крови вампира называют вассалом, а того, кто его связал, сюзереном. Под воздействием полноценных уз крови вассал демонстрирует покорность сюзерену, иногда доходящую до обожания. Он из всех сил старается угодить хозяину и ужасно боится чем-нибудь рассердить. Так. Давайте пока паузу сделаем. У меня уже горло рябит от чтения. Я еще просто не вылечила свое горло. Сильно так много читать не могу. Так, интересно, да. Снова ты. What do you want? Чего тебе? Иди, иди гуляй. Надо ее отвлечь. Эйприл, ты знаешь, где Джей? Ты на 2 секунды не можешь оставить ее одну? Меня за ней прислала принц. Я не могу с тобой это обсуждать. В смысле? Можешь со мной поделиться, об этом никто не узнает. Об этом никто не знает, только если я сама не стану об этом говорить. Так давай. Я не могу усилить. Усилить не могу. А мы можем в диалоге как раз таки вещи выпить этот расходник. Отличненько. Ага. Отличненько. А теперь я могу усилить? Я могу усилить, но успеха никакого не будет. Она слишком сильна. Никогда бы не подумал, что это возможно, но что, если Джей правда чем-то ошиблась? Что тогда? Зависит от ошибки и серьезности последствий. В лучшем случае принц разозлится. Худшем... уничтожение? Да, вполне возможно. Ладно, не буду настаивать. Если увидишь ее, передай, что я ее ищу. Ага, конечно. Какой нрав, хорошо, что я была осторожна. Так, она что-то смотрит там, давай быстро заглянем. Так, текущие дела, представление ежегодного отчета, вечер в соединении, начало до прибытия всех гостей. Посещение логова у нас надочное, встречи с мистером. Что? Я ничего не делала. Что? Ты что сказал? Я ничего не делала. Все хорошо. А еще у нее есть компьютер. А я могу воспользоваться им? У нас наконец-то получилось. Джорни действительно постарался, благодаря открытию алого салона прошло гладко. Я заходил прошлой ночью, внезапная проверка, хотел убить, сказать, что служен. Вы подкачали, постарайтесь, не позор следующим. Так, группа получатель. Дорогие мои, самые важные гости должны прибыть. Позже остальных прошу быть полной готовности. Помните, что каждые 15 минут необходимы сосуды, ничего такого. Понятно. Ничего такое. Я тут загляну, посмотрю на документы. Босли пытается найти ответы.
Хорошо, хорошо, я пойду. Я не буду тут докучать тебе. Так, я пошла сюда. Что-то здесь сейчас будет. О-о-о-о-о-о-о. Не настолько же резко, вы чего? Она приехала сюда на лифте. Ну, вообще-то, вы все приехали сюда на лифте, ты забыла? Женщина. Нажми кнопку лифта. Ну, и в чем дело? Это что за надпись была только что? Так, найдите документ, во-первых. Там я посмотрела все. А здесь я все посмотрела. Давайте везде позаходим. Нужно поторопиться, мне нельзя здесь находиться. Что, правда? Я что-то взяла! Ё-моё! Я взяла. Так, что я взяла? Я своровала что-то. Магнитный ключ, на котором написано «Архивы». Он принадлежит Лазарю Шеридану. Архивы — это про что они говорили? А где находятся архивы? They can't hurt me. Это вообще не интересно. Это мне не надо. Это мне не надо. Все, я ухожу. Меня здесь не было. Это что? Эбби, у Эверсон сейчас точно безопасно? Жду твоего ответа. Где ты? Я повсюду тебя ищу. Код красный. Странно. Прочитать записочку. Мне нужна твоя помощь. Приходи в нишу как можно скорее. Нишу. Батарейка села. Открыть. Я играю с огнем, если меня кто-нибудь заметит. Правда, если меня здесь кто-то заметит, мне будет писец. Так что пошли отсюда. Меня здесь не было. Меня здесь не было. Так, в кабинете я там была. Вот здесь я не был. Можно зайти? Заперто? Ничего себе, заперлись. Что вы там утворяете? Так, она еще здесь была. Архивис. Архив. Ага. Так. Дорогие мои, если вы сталкиваетесь с какими-либо трудностями при работе с архивом, обращайтесь к Лазарю, а не ко мне. Эйприл. Ага. Так. Он ушел. Ну, я зайду. Можно я зайду? Джей, что ты делала в архивах? Так, воспользоваться. Дата документа, последние взятые. Хорошо, это мне непонятно, это нам не надо. Эй, что такое? Взломать сейф. Ой, у меня электроника слишком мала. Я бы сейчас как взломала, разбогатела. Хотя чем здесь можно разбогатеть? Деньгами? Ну, тут код только если... Ясновидение. Прочитать. Вечер в честь солнцестояния. Архивы. Тот самый, о котором говорила Джорни. Эбигейл Джорни. Понятно. Так, приказ принца. Тек достойный. А вот и связь между письмом Джорни и страницей, которую вырвали в кабинете Эбигейл. Джорни попросила Эбигейл о встрече в нише в баре. Ага. Эбигейл, надо поговорить с ней. Так, давай, ясновидение. О, тут двойное ясновидение. Ё-моё, трэш какой. Что происходит? Так.
А мне нельзя здесь находиться. Мне мудрости не хватает. Я должна поговорить с Абигейл. Хорошо. Так. Давай-ка узнаем. А ты... Ну, давай узнаем у него. Эми, мы не виделись целую вечность. Может, тебе что-то от меня нужно? Ты не видел Джорни? Ее здесь нет. Грустно было бы, объявись ты слишком поздно. Ладно, нафиг. Мне сейчас не до этого. Как скажешь, приятно было бы общаться, Эми. Передай привет своему Сиру. Козёл. 100%. Так. Yes? Да. Нет, ничего. Ничего такого, что могло бы мне помочь. Так, он все еще того. А здесь вот безопасно. Но крови мне пить не надо. Так. Что мне сделать? О, привет, привет, чернокнижник. Ай, прости за то, что я тебе наговорила. Я сегодня слегка на нервах. Я заметила. Это не первая наша ссора из-за какого-то пустяка. Твои дитя Имани была там? Новостей пока никаких? Ничего. Тишина в эфире. И Хейзел отказывается со мной говорить. Я несколько месяцев присмыкался перед хартфордскими тварями ради этого. Если ей что-то известно, самое время выложить ее на чистоту. Эти ребята, ты хорошо их знаешь? Довольно хорошо. Я не допущу, чтобы все так закончилось. Я ищу Джорни. Ты ее видел? Нет, прости. Ты заглядывала в ее кабинет? Да. Да, некоторых из них. Я общался с их представителем Деннибом. Он должен был заменить меня в совете. Ты нас покидаешь? Не совсем. Это часть соглашения с часовней. Мы с Деннибом должны были поменяться местами. Зачем Хейзел с ними связалась? У нее были планы на рынок крови в регионе. Мы должны были организовать поставки высококачественной крови, а не эту кровь стабилизировать, или хотя бы попытаться это сделать. Это же бред. Кто-нибудь до этого так делал? Нет. Поэтому я и переживаю. Мне совершенно плевать на Хартфорд, но этот проект чрезвычайно важен. Понимаю. Теперь мы просто уйдем. Что ж, не буду больше отвлекать, мне надо найти Джей. Если увижу Джорни, то передам, что ты ее ищешь. Спасибо тебе, дедулька, чернокнижный. Так, снова ищем Джей. Don't worry. You're safe here. Да я-то не переживаю. А дай, пройти не могу пройти. Блин, что за дела здесь происходят, я не понимаю, куда? Я уже везде здесь была, по 200 раз ходила. Что не так с этой игрой? Ой, боже мой. Привет. Can I help you? Вот она. Эбигейл, ёшкин матрёшкин. Я могу тебе чем-то помочь? Ты все еще работаешь на Эйприл? Тактично, если тебе не снимать, я работаю на двор. Твоя мама возле просто вертит тобой, как хочет. Порой она дает дополнительные поручения, это правда, но на этом все. У меня есть и свои цели. Почему-то я не удивлена. Я ищу Джей, и знаешь, что ты недавно ее видел? Ты знаешь, где она? Что? О чем ты? Я никогда... Я нашла записку, вы должны были встретиться в барной стойке. Почему ты мне лжешь? Ты копалась в моих вещах? Тебе беспокоит именно это? Нет. Это личная переписка. Джорни запаниковала. Она попросила меня пустить ее в апартамент. Она сказала, зачем? Она сказала какие-то доказательства. Я не совсем поняла. Оставим это между нами, а? У Эйприл сейчас есть заботы поважнее. Посмотрим, мне надо ее найти.
Так, отлично, отправляй апартаменты Яры, они на этаже Примагина. Что Джей там забыл? Так. Куда мне идти? Апартаменты. Нет, не сюда, выйди отсюда, пожалуйста. Так, отправляйтесь в квартиру Яры. Дрори на первом этаже. Первый этаж. Мне нужен для этого лифт. Это во-первых. Да, мы сделали круг, чтобы подойти к лифту. Все логично. А почему я не могу? А как мне тогда отправиться в ее квартиру? На этом лифте? Больше уж некуда идти. Так, я не поняла. Отправляйтесь в квартиру Яры. Дрори на первом этаже. Кто такой Яра? Яра. Ясно, мы ее даже в лицо не видели. И как мы узнаем, кто это? Непонятно. Yes. Верхний этаж полностью принадлежит мисс Эверсон? Yes, да, там расположены ее апартаменты и кабинет, в котором она проводит приемы. Доступ туда есть только у мисс Босли. Ага, спасибо тебе большое. Значит, я пойду сюда. Так. Ты не хочешь сказать, где находится? Можно, да я туда пройду? Господи, где находятся эти апартаменты, чертовы? Ты кто? А, ты Виктория или там... Елизавета-то? Да, дорогая? О, тут есть лестница на второй этаж. Я не видела, ё-моё. Вот это я молодец. Здесь дверь, меня туда не пускают. А, она туда пошла. А можно я про... Можно мне про... Ну, дайте пройти. Пожалуйста. Nope. Мне здесь не пройти, заперто. О, супер. Моя тень. Что за книги? Отрывок из истории бостонской камарилии. Так, ну... Давай-ка попробуем пообщаться с вот этой женщиной. I wish I was outside instead of being cooped up in here. So, what exactly did Hazel want with you? Так что Хейзл было тебе нужно? She asked me to. Она попросила меня привести Джорни. So, ты тоже считаешь, что все так плохо кончится? Как тебе вела Хейзл? Задала кучу вопросов, слегка параноидально. Под ней шатается трон. Будь осторожен. Зачем ты мне это говоришь? Ты впервые вмешалась в придворную интригу. До этого я разбиралась совсем с тебя. И меня это вполне устраивало. Если принц тревожится, аккуратно выбирай слова. Ненавижу двор. Мне пора. Дела ждут. Будь осторожен. Вот она, мы точно знаем, что она на нашей стороне, и мы ей можем рассказать все тайны. Ну, городок такой. Не очень красивый. Пластиковый. Так. Надо быстренько пройти и найти Джейн. Ну, ё-моё. Это... Без возврата. Если вариант ответа помечен значком, значит, выбрав его, вы не сможете вернуться. Прежде чем выбрать такой вариант, сначала закончите исследование области. Джара Дрори. Так. Безопасность. Сломывать мы не будем, пожалуй. И мы не можем взломать.
The door is locked. Дверь заперта. Так, а нам нужно отправиться в квартиру Яры Дрори. Ну, в принципе, нам надо сюда. Надеюсь, у нас проблем не будет после этого. No fucking way. Да ну нафиг. Вот кот, где ты пряталась. Какого? О боже, это ты! Напугала меня до усрачки! Как ты меня нашла? Ты отвратно заметаешь следы. Ты здесь одна? Какого льда происходит? Черт возьми, это какой-то хренов кошмар. Код красный наверняка объявил ей за вечера. Эйприл сказала, что Хейзел готова меня на куски порвать. Она думает, что весь этот бардак из-за меня. Поэтому ты прячешься в покоях Дрори? Я ищу доказательства. Я знаю, что у Яры было досье с информацией вечере. Там должны быть все контракты и прочее. Это докажет, что я хорошо выполнила свою часть работы. Но я не могу ничего найти. Это мой единственный шанс защититься от нее. Так, спокойно. Все будет хорошо. У них ничего на тебя нет. Я права? Конечно нет. Я все им сделала правильно. Сначала сняла помещение, все как обычно. На верхнем этаже, подальше от чужих глаз. Договорилась с Ричардом насчет сосудов. Заказала лимузины, которые должны были привезти часовню Хартфорда. Все через проверенное агентство, с которым мы уже работали. Они нашли так все. Какого дела могло это произойти? Не знаю, но нет времени об этом думать. Хейзел хочет тебя видеть. И она попросила тебя. Блин. Что делать? Что делать? Ну, поскольку этот персонаж наш второй, мы за нее играем, то есть она довольно важна для нас. И второе, когда принц нам предложил работу высокую, наша героиня плохо отреагировала, значит, она не хочет с ней сближаться и выполнять эти поручения, так что я выберу, ей нужно бежать. Послушай, honestly, честно говоря, лучше бы тебе смириться. Что? О чем ты? Я не могу просто взять и сбежать. Так, начало конфронтации. Три ошибки допустимы. Ё-моё, сейчас ошибки какие-то будут. Убедить собеседника. Результат конфронтации влияет на дальнейшее развитие сюжета. Этапы. Конфронтация делится на несколько этапов. Их количество записи о цели конфронтации. Вы можете побеждать или проигрывать на разных этапах конфронтации. Ошибка. В каждой конфронтации вам разрешается совершать определенное число ошибок. При выше это вы проиграете конфронтацию. Ты знаешь что-то, чего не знаю я? Блин. Хейзел думает, что она в шатком положении, и на то есть причина. При дворе почувствуется ее слабину, этим воспользуются. Как думаешь, к чему это приведет? Ошибка. В этом нет. Хейзел не крича об этом на каждом углу, но, уверяю, ей придется вариться в этом котле. И все же власть принадлежит ей. Она не покоряет... О, господи, Джей, послушай меня. И знаю двор лучше твоего. Предположим, Хейзел не желает тебе зла. Другие могут навредить. Но кто? Вот честно, кому может быть выгода моя смерть? Господи боже! Я их не знаю в лицо. Ну, блин. Эйприл, это, кажется, та сучка злидня. Даяна. Нет. Хильде. Берилу. Я не знаю этих двоих на самом деле. Хильд, Берил. Хильд, это кто? И Берил. Хильда? Нет. Точно нет. И Берил. А Берила нет. Мы его даже не знаем. Не удивлюсь, если с помощью тебя Берила хочет нанести принцу удар.
Nonsense. Ерунда, мы с ним никогда не цапались. Ему на тебя плевать. Он ищет шанс ослабить власть принца. Блин! Последний этап для победы конфронтации. Вам нужно дойти до последнего этапа и победить. В случае поражения на последнем этапе он будет повторяться до тех пор, пока вы не победите или не проиграете конфронтацию. Я несколько раз выполняла его поручение. Поверь, убирать меня неразумно с его стороны. Нет, Берил, не опасен. Хейзел вообще не любит прислушаться к чужому мнению. Я понимаю, откуда такая мысль, но все решения в итоге принимает она сама, и я ей доверяю, несмотря ни на что. А если я сбегу, все будут думать, что это и правда моя вина, что я сбегу из Камарилли. Но из Камарилли не уходят. Мы можем уйти. Я знаю, кто нам поможет. Анархи. Не спеши их недооценивать, они давно противостоят Камарилли. Ты хоть понимаешь, что нас ждет, если мы действительно сбежим? Я знаю, что ждет тебя, если ты решишься остаться. Но если я сбегу, на меня откроют кровавую охоту. Это правда. Может, лучше остаться? Так, анархи ей помогут, это лучше, чем разрушение. Ну, мы проиграли. Поверь мне насчет анархов. Я знакома с их главой Саулы и видела, как они помогают тем, кто оказался в похожей ситуации. Это единственный шанс. Останешься, погибнешь. Послушай меня. Саула может тебе помочь. Ты совсем справишься. А как это вообще делается? Куда мне идти? Я вернусь к принцу и выиграю тебе немного времени. Не теряй ни секунды. Не возвращайся в кабинет. Нужно исчезнуть без промедления. Но как же ты? Что ты им скажешь? Ты же всем рискуешь за меня. Не переживай. У Хейзел ничего на меня нет. Ты отправишься к анархам. Я свяжусь с Саулой, она встретит тебя в клубе Роксбери. Мне кажется, или ты такое уже проворачивал? Поговорим об этом в другой раз. Ты права. Нужно действовать. Я не знаю, что мы сделали, плохо или хорошо, но последствия будут, и они были бы в любом случае. Так что ладно, увидим, что это за последствия. А пока приостановимся на этом. И увидимся уже в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр. Не забудь лайкосик, подписочку на канал, на паблик ВКонтакте, на сервер Дискорде. Ссылочки в описании. Все. Всем пока-пока.